Что ты делаешь, Элой? Этот путь ведет в зарубку. Банук ничего не смогут тебе предложить, кроме никчемных суеверий. Затмение не будет ждать, пока ты резвишься на снегу. Вернись к делу. Удивлена, что ты еще за мной следишь. Думала, больше тебя не услышу. Прости, что меня все еще заботит судьба этого мира. Я тут подумала. Шаманы Банук вплетают кабели в кожу, да? Кого-то напоминает, правда? Так может, ты не хочешь пускать меня к Банук, чтобы я не узнала о твоем прошлом? Меня заботит не прошлое, а будущее мира или его возможное отсутствие. Тебе бы не тратить время впустую, а заняться делом. Но ты, конечно, поступишь по своему усмотрению. Какой обидчивый. Может понадобиться. Это какой-то новый хищник. Я вижу, как от него исходит жар. Тогда мне придется что-то оставить.
все замерзает. Земля, воздух и я. Скоро мне это понадобится. Идет за приветствие. Ха! Ты тут не замерзнешь, Нора? Ничего, пока лезла, согрелась. Ты добралась до зарубки, странница. Но ты здесь не задержишься. На горе стелится дым. И над деревней тоже. Что это горит? Чуть ли не вся деревня. Тебя ждет редкое зрелище, Нора. Бургрент, поставщик снаряжения. Как правило, мертвецов Банок сжигают. Но не сегодня. Потому что не смогли забрать тела? Печальная история. Все их лучшие воины погибли. Они прощаются с умершими иначе.
Справьтесь с горем, охотники, и убейте его. Наших родичей постигла судьба, о которой мечтают банук. Они пали, поражая сталь копьем. Их борьба закончилась. У вас на глазах их души поднялись в синее небо и устремились к синему свету. Но наша борьба лишь начинается. Скоро мы вновь пойдем охотиться на демона, который вводит машины в исступление. И потому я спрашиваю, есть ли у вас отваги? Вы готовы сражаться и умереть, как они? Моя отвага, мое копье! Наша кровь в твоих зубах, Аратак! Мы банук. Наши враги – добыча. Демон? Исступление машин? Эти машины перебили лучших из них. И что они думают? Опять пойти туда? Глупцы. Хочешь совет? Даррен. Элой. Элой. Я провел тут две долгих зимы. И до сих пор эти банук меня поражают. Взять эту историю. Началось с того, что их шаман, Аурея, стал вещать про какие-то там души и демонов на громовом барабане. Они ломанулись туда всем вераком. И когда Аурея исчезла, я думал... Что говорят о барабане? Он вождь, но когда он и Аурея... А что еще? И тут... Расскажи все об этом демоне. Да это все болтовня. Ну тогда ищи. Она ушла в... Слухами? Да, не... Но это еще... Не за что. Может, Аратак мне что расскажет про Аурею и громовой барабан? Надо с ним поговорить. Чтобы я больше от вас такого... Прости нас, вождь. Но это будет не... Знает, что это... Аурея шаман. И уж точно... Этот демон... Ты бы сама сходи... Он изменил машины. Но кто он? Пусть шаманы... Ваш верак род... Нет, большой я здесь, мои товарищи. Вы хотите вернуть... Да, я дал... Но ведь... Риск... Нет уж. Ну что... Но... Потолще его. У тебя грустная гулки чаш, я бы поток север, ну... Музыки больше нет.
Так решил воды. Не помним, Банука. Когда земля на могилах предтеч еще не успела осесть, а нас было мало, это она повела нас через ледяные пустоши. Мы также помним племя ненасытных, что ломали нам кости и высасывали из них сок. Куда бы ни пошла Банука и ее вина. Ладно, чтобы понять, как этот демон влияет на машины, мне нужно разыскать Ауре. Надо поговорить с ее учеником, который пошел на север. Странница, стой! Остановись их! Твое оружие. Это? Ага. Техник не... Но ведь мог далеко на... Найди птицу. Все, что я... В пещере, да? Есть вести с охоты? Стадо не отходит далеко. Лагеря. Они держатся вместе. Подождем. Кто-нибудь отобьется. Ладно, я буду знать. Нет места. Странники. Странники Карха. Дарвал ворвался во дворец с оружием. И до сих пор не... Бургрент сказал, ученик Ауреи ушел на север вдоль реки. Надеюсь, недалеко. И как же он так завалился, бедняга? Он весь обледенел. Он уже очень давно так лежит. Но падальщики только приступили.
Все, это последнее. Надо осмотреть длину шеи, оценить нанесенный урон. Интересно, может, визор что-нибудь найдет? Похоже, от него оторвали три важные детали. Если вернуть их на место, может, я смогу его активировать, глянуть, что у него в голове. Назад дороги нет. Длина шеи вообще прочная. Это мне понадобится. Тяжелая.
Возвращайся к своим созданиям. Деталь длинна шея целая. Подошло. Надеюсь, сработает. Ну, теперь он уже не так плохо выглядит. Энергии. По крайней мере, никто не увидит. Надо тебя тряхнуть. Полегче. Легче. Когда было легко. Бестолку. Он даже ничего не почувствует. Так, а теперь надо залезть на голову. На нем даже вмятина не останется. Бургрен сказал ученику Урэй и ушел на север вдоль реки. Надеюсь, недалеко.
Давай! Налтук? А ты кто? Бургрен сказал. Вот настырный. Я не торговка. Забудь. Получить наставление от голоса. А моя задача Но что я могу сделать с этими башнями? За неделю они источают энергию демона. Аратак сказал, демон повергает. Смотри, они сильнее. Я уже видел. Правда? А башни? Нет. Так вот. Скажешь, куда ты задаешь, когда не получишь. Аурею. Хорошо. Стой, страница. Как твое имя? Элой. Ладно. Если ты. Ты в меня веришь? Я не погибну. Такую здоровенную машину мне ни за что не завалить. С машинами и башнями. Ты как-то за... Возможно, Аурей... На самом деле, она в убег... В конце... Шаман, прошу, если добер... Как мне на... Иди к пройд... Но берегись. И в конце пути я... Нет. Если увидишь ее перед... Хорошо. Значит, теперь мне на ледяную тюрьму. Искать тропу шамана.
Наверное, это был достойный противник. Продать такой большой кусок будет несложно. Это, видимо, и есть ледяная тёрка. Тропа шамана начинается где-то наверху. Видимо, это руины, про которые говорила Лаулай. Гулкий звон. Они и прав. Это затоплено. Щелкозубы. Наверное, пришли с верховья реки. Пойду вдоль реки, найду источник. Ничего сложного. Такую здоровенную машину мне ни за что не завалить.
Воздух превращается в лед еще до того, как я его выдыхаю. На нем даже вмятина не останется. Вон там. Похоже, там источник всей этой воды. Похоже на постройку прийти. Странного животного.